Чемпион мира по мужской ритмической гимнастике 2005 года. Трехкратный, мне подсказывает, чемпион мира, первый российский чемпион мира Александр Буклов, город Самара. Вы видели начинающих художественных гимнастов в предыдущем номере, точнее эстетических гимнасток, как их называют в Японии, на родине этого вида. А сейчас вот медалист чемпионата мира в Японии прошлого года. С которыми работают гимнастки, работает мальчик. Немного отличаются. Да, и очень даже сильно отличаются и по весу, и по форме. Они даже в поролоне, потому что если такая булава упадет на гимнаста, это явно травма. Да, вот это у гимнасток нет. Тем не менее, ловля без зрительного контроля только что выполнил гимнаст. А это скакалка, видите, вот очень четкая манипуляция, кстати. Ну, наверное, почти как на чемпионате мира выступил Александр Буклов. Наверное, смущает его несколько.